Меня зовут Неля, я из Канады, и мой энкаунтер, можно сказать, начался 3 месяца назад, буквально неделю спустя, когда мой муж приехал с энкаунтера, и я видела просто, как Бог перевернул его жизнь, как он изменился, и одним прекрасным днем мы ехали в машине, и просто я так на него смотрю и говорю: ну, знаешь, Алекс, мне что-то так как-то обидно, мне тоже так этого всего охота, у него уже мнения были, ну, может быть, 8 лет другие. А я была так в церкви, вот все вот так, и так, и так, и не по-другому. И он мне говорил, но я как-то не принимала и не понимала, у меня просто глаза были закрыты. И просто во мне так дух начал как бы молиться. Я ему говорю: я что-то хочу молиться. Он такой: ну выпускай ты все изнутри. И просто я дала свободу, и он говорил: я тебя еще ни разу в жизни так, ну, не видел молиться. Я просто в машине полностью жизнь свою отдала Богу. И я этим насыщалась, можно, 3,5 недели, но как у меня во мне жил дух смерти сильно. У меня были мысли такие, самоубийства. Мне было 10 лет, когда моя мать умерла, и я закрылась в себе. И я этого даже не знала. Но когда это все вышло, я приехала сюда, это с большим чемоданом. Когда я все выгрузила, во мне так легко стало, так радостно. И просто Бог подтвердил еще, что я знаю, что делать. У нас есть, когда вот Ольга получила наполнение просто, это буквально, когда уже все люди, когда мы прощались уже, и это просто, я так начала радоваться за нее, что у нас только 7 семей, которые мы собираемся в Канаде. И я вообще такая тихоненькая, я полжизни провела просто в комнате, и что я никогда не буду стоять перед людьми и такое просто говорить и славить Бога, что у нас... Бог подтвердил, что у нас есть факел, что мы будем его научение распространять. Это просто слава Богу, что он так это самое наполнил. И что мне еще интересно, Бог всегда делает то, что ты, например, не ожидаешь. Вот я видела, как, ну, танцуют или так наполняются. Говорю: о, не-не, вот это не для меня, вот это самое подальше от этого. Что-то не принималось. Но когда Бог меня наполнил, я просто сделала шаг вперед, и мне так было весело, я так плясала. И вот эта Наташка просто сняла это на видео, и мы вечером в отеле сидели, она мне показала. И я просто первый раз в моей жизни, просто моя жизнь началась, я как расхохоталась. Это был, наверное, хохот мой самый первый, просто жизнь началась. Просто слава Богу за все.